На вкус. Блин, горячая. Ну так, в меру сладкая. Не скажу, чтобы прям вообще яичко. Ну, яичко я потом съем, чуть попозже. И масло. То самое масло цветочком внутри там, которое было позавчера. Видимо, масло дают. Сейчас я его вот сюда вот намажу на хлебушек. И будет вкусненько. Масло, походу, дают раз в 2 дня здесь. Ну, чё, тоже нормально. А в армии каждый день давали 2 раза. А, блин, все. Кофеек. Кофеек тоже раз в 2 дня дают. Кофеек. Там 2 куска сахара еще не размешивал. Кофеек, кстати, сам по себе неплохой. Такой не, скорее всего, он рассыпной, не гранулированный, а заварной. Вот, но процеженный, осадка нет. Теперь все, буду хавать. Кстати, по поводу вот той темы, что между завтраком и обедом 5 часов.